Доброго утра! Давно у нас не было старых добрых видео про рыбалку. А тут получилось так, что мне позвонил Диман и говорит: поехали, Саня, пора ловить карасей. Собирался 2 часа, потому что все везде раскидано, что-то, блин, в гараже, что-то в сарае, что-то на даче. В общем, пока все объехал, 2 часа прошло. Еду с ночевкой. Сегодня обновлю палатку. У нас есть палатка, которая уже лежит, наверное, лет так 6. Вообще, я очень давно не был на рыбалке с ночевкой. Последний раз был, когда мы провожали Диману в армию. Это было 2 года назад. Осталось мне еще где-то 1,5 километра. Сейчас скоро уже приеду. Можешь себе собирать. Бонус. Ну, подкат. Ну, только вот этого. Ух ты какой. Самый нужный себе оставил. Самый шнурзяк мне отдал. Да. Сейчас будем разбивать лагерь. Диман пока ничего не поймал. Только чипсы. Ну, вообще такое прикольное местечко. Долго я искал, блин. Лагерь мы потихоньку разбиваем. Но есть один нюанс. Есть матрас, но нет насоса. Диман поставил ларек шаурмой. Нафиг я палатку с собой брал, она была к тебе забуриться просто и все. О! Тут можно, короче, всемиром спать. Сейчас доделаем дела. И будем уже к рыбалке переходить. А у меня даже нету ни одной поклевки. Ух, блин. У нас поспел шашлык, но рыбу мы так еще не поймали. На шашлык прям огонь. Мне тут соседи любезно одолжили насос. Я даже накачал матрас. А то я его ротом очень долго пытался накачать. Вот, в общем, мы решили перекусить. Рыбалка сегодня так себе, да? Пойдет. Пойдет? Вот он, смотри, как обильно. Нифига себе, вот это он, да. Че, как? Нормально? Ну все. Мы переходим к еде. Костер у нас потихонечку догорает. На улице уже темнеет. Уже холодает даже прям так, ну, прям прохладно. Клёво так и не было. Вроде бы мы на рыбалке. Но пока тишина. Сейчас будем переходить потихоньку в ночную. Убирать поплавки и ставить донки. Заснять палаточный быт. Собственно говоря, палатка, ребята, большая вообще. Здесь прям свободно можно вчетвером затусить. Везде москитные сетки. То есть везде есть вот такие кармашки. Можно, допустим, у них что-нибудь положить. Вот так вот телефон, к примеру. Я здесь все закрыл, потому что, блин, ну реально прохладно на улице. Диман уже ушел к себе. Кстати, рыбу мы так и не поймали. Ни одну. С добрым утречком. Правда, мы уже встали давно. Часов 6. Я это вообще в 4 встал. Ну, он просто ходил туда-сюда, он ничего не ловил. Я только один поймал. 2 красноглазки. Диман нарезал этих бутербродов, а я сделал гуляш с картошкой.
сделал, достал. Ну, сделал, достал, разогрел, да. Тихонечко уже собираемся. Как тебе рыбалка? Не прошла. У нас, кстати, сосед прям хорошо половил. Там таких он двух карпов вытащил, килограмм по 5, наверное. Ну, а мы на рыбалке колбасу точим. Тоже нормальная тема. Пару слов про палатку. Палатка нормальная, прям нормальная. И за счет того, что она двухслойная, в общем, утром было не жарко. Блин, удобно, слушай, у тебя кресло. Кстати, ночью было очень классное звездное небо. Ночью было холодно. Я спал прям под одеяло, залез с головой, чтобы хоть как-то согреться. Кормим рыбу. Обильно. Не, спасибо. Место мы закормили прям нормально. Кто сюда приедет вечером, у него будет здесь клевать, мама, не горюй. Или наоборот, сейчас рыба наестся, не будет здесь ловиться вообще. Вон тут у Димана всякие интересные штучки. Такие вот. Дынь-дынь. Всю ночь они мне спать не давали. Он, кстати, на меня ругается. Он говорит, что из-за тебя сегодня ничего не поймали. Он говорит, я когда с тобой езжу на рыбалку, говорит, ничего не ловлю. Нашел крайнего, короче. Я думаю, я здесь ни при чем. Я сложился, кстати. Уже готов ехать.